Ленинская торговая марка качественной и недорогой сантехники. Ассортимент насчитывает более 100 моделей, разнообразных по форме, размерам и комплектации. Перед нами модель 5509TPS2 коллекции «Элеганс». Кабина имеет элегантный дизайн, полностью выполнена в белом цвете. Фурнитура и отделка идеально дополняют общий стиль душевой кабины. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любой интерьер. На стекле изящный рисунок в виде матовой волны. Размер 90 на 90 сантиметров, высота 2 метра 15 сантиметров. Поддон глубокий с местом для сидения. Видимая часть поддона душевой кабины изготовлена из АБС-пластика толщиной 5 мм. Для его прочности и жесткости предусмотрена металлическая рама, многослойное армирование и каркас из оцинкованного железа. Все это позволяет поддону Эрлит выдерживать нагрузки до 210 кг. Экран выполнен из тех же материалов, что и сам поддон. Он имеет эргономичную форму, благодаря чему к кабине удобно подходить. Выполняет декоративную функцию, закрывает пространство под душевым поддоном. Каркас поддона имеет все необходимые предустановленные крепления для монтажа, а также регулируемые ножки, позволяющие нивелировать неровности пола и достичь максимальной устойчивости душевой кабины. Дно поддона имеет рельефную поверхность, что предотвращает скольжение, обеспечивая безопасность во время принятия душа. В душевых кабинах Эрлит по периметру поддона предусмотрены сливные дренажи и непрерывный бортик. Они препятствуют попаданию воды на пол. Сифон с гидрозатвором, которым укомплектована душевая кабина, защитит от неприятных запахов из канализации, а наличие контейнера отстойника позволит избежать засорения сливного отверстия. Заглушка клик-клак позволяет открывать и закрывать сливное отверстие нажатием ноги. Каркас душевой кабины Эрлит 5509TPS2 выполнен из высокопрочного алюминия белого цвета с анодированным покрытием. Он обладает высокими антикоррозийными свойствами. Данная модель производится в двух видах остекления – матовом или с рисунком волна. Независимо от вида, двери и стенки изготовлены из термически закаленного стекла толщиной 5 мм. По внешнему краю стеклянных дверей установлена магнитная лента, которая плотно фиксирует дверь в закрытом положении, препятствуя попаданию брызг воды на пол. Дверные ролики стальные с защищенным подшипником обеспечивают надежную и бесшумную работу дверей. В торце стеклянных задних стенок установлен силиконовый уплотнитель. Он защищает стыки между центральной панелью и задними стенками от протекания и позволяет использовать герметик только при установке сифона. Латунный смеситель с керамическим картриджем имеет более долгий срок службы. В модели 5509TPS2 предусмотрены следующие функции: верхний душ, ручной душ, вентиляция, освещение, сенсорный пульт управления, FM-радио, гидромассаж спины. Массажные форсунки позволяют менять угол распыления. Для удобства эксплуатации душевая кабина комплектуется полочкой, зеркалом, крючком и дозатором для жидкого мыла. Кабина снабжена подробной инструкцией, что делает сборку изделия интуитивно понятной.